Я приветствую вас на канале «Мамина пекарня». Сегодня мы с вами приготовим венгерский паприкаш из куриного филе со сметанным соусом. Куриное филе нарежьте средними кусочками, подойдет грудка, бедрышки, можно порубить целую курицу с косточкой. И обжариваем на растительном или оливковом масле. Обжариваем на сильном огне до золотистого цвета. В процессе подсолим и добавим черный перец. Обжаренное куриное филе переложим в отдельную посуду. Его не нужно доводить до полной готовности. А в сотейнике продолжим пассеровать репчатый лук, нарезанный мелким кубиком. Пока пассеруется лук, небольшим кубиком измельчим болгарский перец. Выбирайте перец красного яркого цвета. Сладкий перец продолжаем обжаривать вместе с репчатым луком. Измельчим несколько зубчиков чеснока. Отправляем в сотейник рубленый чеснок и вот такое большое количество красной молотой паприки. Сразу же возвращаем на место куриное филе. Все перемешайте. Добавьте 1 стакан воды или куриного бульона. И продолжим тушить под крышкой в течение 10-15 минут до полной готовности куриного филе. Все зависит от размера кусочков и от того, ей курица с косточкой или это филе. Осталась самая малость. Смешайте сметану с мукой до однородной консистенции, чтобы не было комочков. А в одной из своих кулинарных книг я встречала такой рецепт, где совсем не используется вода, а вместо воды используется еще 1 стакан сметаны. То есть получается на килограмм курицы целых 2 стакана сметаны. Но согласитесь, это как-то жирненько получается. Поэтому мы сделаем с вами с водой. Курица готова. Добавляем сюда сметану с мукой. Все тщательно перемешаем. Убавляем на самый тихий огонь. И вот сейчас в финале добавляем соль и перец по вкусу. Попробуйте. Накрываем крышкой и тушим еще 5-7 минут до полной готовности блюда. Паприкаш из куриного филе идеально сочетается с любым гарниром. Пока мы с вами занимались курицей, в духовке я приготовила самые простые картофельные дольки на гарнир. И не переживайте за такое количество паприки. Когда я готовила первый раз это блюдо, я с осторожностью положила 1 столовую ложку, попробовала, затем вторую. И так дошло до 3 ложек, что и требуется по рецепту на 1 килограмм куриного филе. Главное, возьмите паприку от проверенного производителя и чтобы она не была с подкопченным вкусом. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем приятного аппетита!